Уважаемые дамы и господа, добрый день. Сегодня с вами в студии Шевченко Виталий, аналитик компании Grand Capital. И я представляю обзор текущей ситуации на основных мировых финансовых рынках. И, как всегда, по обыкновению, давайте начнем с международного валютного рынка Форекс. Посмотрим, что здесь происходит, какие движения, чего ожидают инвесторы. Ну, как мы видим, на данный момент рынок находится в подвешенном состоянии. В принципе, основная причина всем известна. Это саммит, который должен состояться сегодня. Здесь четыре основных вопроса. Первое – это принятие мер по ограничению распространения долговых проблем Греции. Второй вопрос – это увеличение фонда финансовой помощи. Третий – реструктуризация банковской системы. И четвертый, немаловажный – это реформы в экономике Италии. Понятно, что все инвесторы ожидают решения этих вопросов. Соответственно, если мы увидим конкретные решения, конкретные заявления, то, в принципе, риск аппетит на рынках вырастет, и можно ожидать движения, перекладывания активов в более рисковые. На данный момент складывается такое впечатление, что инвесторы немного побаиваются сегодняшнего саммита, и поэтому, в принципе, пока видим, что идет перекладка денежных средств и активов более в менее рисковые, такие как швейцарский франк, японская иена и золото. Если обратиться к фондовым площадкам и посмотреть, что у нас происходит на основных европейских площадках, то видно, что основные фондовые индексы Stoxx 50, FTSE 100, DAX находятся в зеленой зоне, однако в прибавлении в процентах очень минимальное. Колеблется в районе 1,1 и 0,2. Примерно такая же ситуация у нас и на товарно-сырьевых площадках. Нефть сорта Brent демонстрирует падение на 0,3%. WTI прибавляет 0,4%. Фьючерсы на медь в плюсе на 2,4%. Золото в плюсе на 0,8%. И серебро прибавляет 2% ровно. Поэтому, подводя краткий итог сегодняшнему обзору, еще раз хотелось напомнить, что основным на сегодняшний торговый день, в мировую торговую сессию, все-таки выступает саммит со своими четырьмя основными вопросами. Ну, помимо этого, конечно же, в течение дня будет выходить статистика, запланированная статистика, которая может кратковременно как-то привести основные валютные пары к каким-то движением. На этом хочу сказать, что в эту пятницу 28 октября в главном офисе компании состоится день открытых дверей. Всех желающих, проживающих в городе Санкт-Петербурге, а также гостей города Санкт-Петербурга, приглашаем посетить наш головной офис именно на день открытых дверей. Более подробную информацию о текущей ситуации на рынках, а также о дне открытых дверей вы можете найти на нашем сайте www.grandcapital.net. А с вами был аналитик компании Grand Capital Шевченко Виталий. До новых встреч и попутных трендов!